Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам вторник. Так, посмотрим. Взяла свою любимую колоду. Вот безумно она мне нравится для вот таких предсказаний. Ну и первое, что вторник вам принесет, это встречу. Встречу с мужчиной, с очень активным. Скорее всего, постарше вас. Мужчина светленький, может быть, седой. Рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Такой активный, целеустремленный, жизнерадостный. Очень подходит для любви. Хотя, может быть, с каким-то предложением. Либо по обучению, либо по работе или бизнес-сотрудничеству. Дальше. Что еще вам вторник принесет? Какие-то предложения в чем-то, что-то вы будете выбирать, сомневаться, думать. Может быть, какое-то направление, какой-то путь. Ну, давайте посмотрим, что же это будет для вас. Да, какой-то путь, скорее всего, вы будете выбирать, думать. Кто-то, может быть, будет продумывать летний отдых, куда поедете, да? Очень, очень вероятно, даже какое-то горячее предложение, какая-то горячая путевка будет. Но, скорее всего, будет не одна, и вы будете думать, а может быть, будете выбирать между горячей путевкой или не горячей. Но горячая, это нужно, я так понимаю, ехать сейчас. Может быть, скидки какие-то. Потому что я тут выгоду вижу, конечно. Вот. И вы будете выбирать между выгодой и комфортом. То есть, либо комфортно, но дорого, либо со скидкой. Но придется пожертвовать там какими-то, чем-то из комфорта. В общем, как-то так. Вот. Дальше, что я еще вижу? Мужчина, вот, независимо от формата ваших отношений, в отношениях вы или не в отношениях, мужчина очень активно будет проявлять интерес к вам. Скорее всего, мужчина новый. Если вы свободны, то, скорее всего, во вторник будет знакомство. Но смотрите, новый мужчина, это я не имею в виду, что вы его прям совсем не знаете. Для тех, кто в паре или в браке, может быть, прям совсем новый мужчина. Вот, ну вообще в целом, я думаю, что с мужчиной вы знакомы, но только не было от него, скажем, проявления вот таких чувств. Может быть, был интерес, может быть, даже были какие-то намеки. Вот, но тут он прям ярко во вторник начнет проявляться, может быть, даже там на свидание позовет или там еще куда-то. В общем, очень настойчиво. Так, дальше, что еще вас ждет во вторник? Какое-то удовольствие, какой-то праздник. Ну, вот очень похоже на путевку, а также вот по поводу поездки, да, может быть, на праздник на какой-то вас позвали, пригласили, вы думаете, ехать, ехать или не ехать, быть или не быть. Вот, ну, то есть выбор какой-то однозначно у вас будет во вторник, но выбор такой вот, знаете, между хорошим и хорошим. Так, еще что? Женщина какая-то во вторник. Женщина черненькая, черные волосы, темные глаза, серьезная, практичная, деловая. И она к вам либо с помощью финансовой, либо с каким-то выгодным финансовым предложением. Это может, да, очень ярко проиграться, судя по предыдущим картам, в сфере работы. То есть работа может предложить какую-то выгодную. То есть работа, скорее всего, надежная и хорошо оплачиваемая. Или по бизнесу, партнерство по бизнесу. Но здесь может быть, учитывая еще и ваш выбор, да, в принципе, и мужчина может тоже вам еще и партнерство предложить. То есть кому-то он будет идти для личной жизни, а кому-то также с каким-то, возможно, предложением. И здесь предложение идет от мужчины. В удовольствие оно идет. А вот от женщины предложение выгодное. И тоже у вас такой выбор непростой, да? Либо прибыль, зарплата больше. Либо работа в удовольствии. Одно из двух. Третьего не дано. Хотя я уверена, что третий вариант тоже имеет место быть.
Вот. Ну, еще и тут жезлов, то есть вот этот мужчина, даже если он к вам с предложением с каким-то, то явно не без задней мысли. А задняя мысль у него — это восхищение, желание. Ну, в общем, нравитесь вы ему. Чувства у него есть определенные. То есть задняя мысль — это не только сделать вам какое-то выгодное предложение, но и добиться чего-то, каких-то отношений. Думаю, для вас в каждом конкретном случае, ну, то есть для каждой из вас это будет что-то свое. А вот, так что, смотрите, тут во вторник мужчина этот прям будет очень сильно вас добиваться. Вот, и, скорее всего, не просто так добиваться, то есть там и предложение, там и свидание, возможно, предложение используют как свидание, для того, чтобы вас на свидание, собственно, пригласить. Вот. Вот таким будет для вас вторник. Для более детального рассмотрения конкретно вашей ситуации пишите мне на Viber или WhatsApp. Контакты есть внизу в описании под этим видео и на заставке к данному ролику.